Здравствуйте, уважаемые коллекционеры и просто любители моделек. Сегодня у нас будет модель иностранного производства от фирмы X-Tuner Nissan Silvia S15 в масштабе 1:24. Так, и сегодня я буду рассказывать именно об этой модели. Так, в этом машине открывается капот, под которым хорошо виден двигатель. Ну, он, конечно, не настоящий, но очень похож на оригинал. Так, салон здесь вот такой спортивный. Салон не сильный, спортивный, сиденье, гоночный руль и много всякого. Также у этой модели есть особенность, у нее есть подсветка. Нажимаю вот на эту кнопку на днище, и загорается неоновая подсветка и фары. Тут плохо видно, как они горят. На вес моделька очень даже тяжелая. Ну хотя, в принципе, говорят, что данная модель для детей. Хотя даже детям жалко доверять такое чудо. Вот так вот она выглядит сзади. И вот так вот спереди. Очень даже хорошая модель. Стоит она примерно рублей 700-800. А за 1500 рублей можно приобрести такой же вариант, но радиоуправляемый, с запасными колесами. Вот такая вот. В принципе. Продается она в каждом магазине, ну не только моделек, но еще и игрушек, хотя в магазине моделька она замечена не была. Ну ладно, всем пока, удачи, с вами была программа «Модель».